Главная идея сопротивления этой власти, она должна состоять, в общем-то, наверное, из двух. Вот эта модель из двух основных компонентов. Первый компонент – это народ, безусловно, народ. Но он всякий народ, он и умный, и глупый, и там и добрый, и злой, какой угодно, он всякий. Ну, так он устроен. И второй компонент – это те, кто этот народ ведет. А вот здесь вот очень важно, чтобы эти люди были не глупыми, очень важно, чтобы они были квалифицированными, чтобы они были профессионально пригодными. Вот то, о чем я говорил, чтобы они имели представление о том, как какие-то общественно-политические процессы формируются, как какие-то финансовые и экономические процессы формируются. Какой из этого всего может быть результат? То есть это должны быть очень серьезные профессионалы, которые знают свое дело. Проблема в чем? Проблема в том, что среди смелых людей, очень мало умных, еще Хагакуре, Ямамото Цунетома писал о том, что это самое, что китайский иероглиф человек и китайский иероглиф смысл вместе рождают слово малодушие или трусость. То есть, если по-нашему человек разумный, то по самурайским понятиям разумный человек – это трусливый человек. То есть, вот очень важный такой момент – с лидерством. Почему лидера не могут никак найти? Вот они там оппозиции бегают, я многих лидеров знаю, ну трусы в основном люди, трусы. А если они умные, они трусливые. И если они, я не буду называть фамилии, если они какие смелые, то они дураки. Ну вот, ну так Бог вот распорядился. И крайне редко бывает, я могу вот на пальцах, у меня на руке пальцев больше, наверное, чем таких людей, кого я могу загнуть пальцы и сказать, что это умный, и в то же время смелый человек. Таких очень мало. Поэтому вот таких людей надо выявлять, и под таких людей нужно простраиваться вместе, чтобы давать им дорогу, давать им возможность идти в политику, давать им возможность заниматься проблемами народа. Именно эти люди выдавят вот эту власть благодаря своему уму и благодаря своей смелости. Поскольку пути-то два, только два пути. Один путь – это путь выборов, который, ну, хотим мы это или не хотим, он как бы для большинства народа, для большей части народа, он более приемлем. Второй путь – это путь, который большевики в 17-м показали. Ну да, допустим, если говорить обо мне, если, грубо говоря, люди пойдут, я тоже с удовольствием пойду. Я говорю, с удовольствием пойду. Но люди не идут.